Всем привет! С вами Кекс, и сегодня наконец-то в мой дом пришла масленица, и я делаю два вида блинов. В этом видео хочу показать рецепт блинов на кефире, очень тоненьких, несмотря на то, что они на кефире. Получились у меня очень очаровательные блинчики. Именно эти блины я буду использовать для соленой начинки, но их можно также использовать и для сладкой начинки также. Получаются они очень тонкими, красивыми и невероятно вкусными. Рецепт здесь довольно простой. Я беру 150 мл воды и ставлю на маленький огонь на плиту. Тем временем буду заниматься остальным тестом. В 300 грамм кефира я добавляю 1,5 ложки сахара. Если вам нужны сладкие блины, а не соленые, вместо 1/2 чайной ложки соли насыпьте 1/4, а сахара хотя бы 2–2,5 ложки. Тогда ваши блины будут более сладкими. Сюда же к кефиру сразу отправляю 2 яйца. Блины на большом количестве яиц я не люблю, потому что они получаются жесткими, резиновыми и невкусными. А нам нужны очень нежные и мягкие блинчики, которые не будут рваться, будут отличные поджариваться. Поэтому я советую вам эти рецепты, на которых не используется много яиц. Там я видела рецепты, там, где на 0,5 литра молока, допустим, используется 6 яиц. Я считаю, это очень много. Сразу же сюда к кефиру я буду всыпать муку. Муку я сразу всю всыпаю, не беру на порции. Сразу буду всыпать всю, потому что кефир довольно густой. Вот, и мука в нем отлично перемешается без комочков. Обязательно пропускаю сквозь сито. И теперь все это перемешиваю. Воспользоваться можно и вилкой, но удобнее всего, конечно, венчиком. Он быстрее и намного тщательнее перемешает все комочки муки. Еще хочу сказать, в этом рецепте используется сода. Не пугайтесь, я не могу точно вам сказать, какой принцип работы соды в этом. Оно больше дает, как бы, убирает привкус кефира, что ли, когда он гасится вместе с содой. Вот, но блины не получаются пышными, они очень тонюсенькие. Вот, но сода здесь используется. Обязательно в тесто добавляю подсолнечное масло. Можно использовать сливочное. Здесь написано 3-4 ложки. Я налила туда 3,5 ложки. Сейчас вот вы видите, у меня 0,5 ложечки соды. Здесь у меня на видео уже закипела водичка, и соду я бросаю в кипящую воду. Быстренько перемешиваю, и кипящую эту воду я буду вводить в тесто, именно горячую воду. Помешивая венчиком, ввожу горячую воду. Теперь это тесто я оставлю на полчаса, для того, чтобы начали действовать вещества в муке, и это тесто станет чуть более густым. Поэтому не переживайте, если оно вам покажется жидковатым, хотя оно довольно не жидкое. Вот, посмотрите, какое тесто у меня получилось. Если тесто у вас получается очень густым, то можно добавить сюда кефира. Я в процессе выпечки своих блинов добавляла кефир, что у меня в конце ушло на все, про все где-то 400-450 мл кефира. Вот вы видите, я уже начала работу. Вот у меня уже жарятся мои блинчики. Сейчас покажу. Мне, конечно, не совсем удобно держать одной рукой камеру, другой... Но постараюсь вам показать. Выливаю я сколько нужно теста. Вы поймете это, сделав хотя бы один блин, сколько вам нужно теста. И вращаю сковородой, аж пока мое тесто, вы видите, оно еще текучее, не остановится. Сковорода у меня разогрета. И буквально вот по 3 минутки с каждой стороны. Я вот так подглядываю, смотрю, чтобы меня устраивал внизу золотистый такой красивый цвет. И удобнее всего мне переворачивать блин, конечно, пальцами. Я вот так поддеваю кончики, для того, чтобы хорошо отстал мой блинчик. По центру он вообще не пристает, особенно если у вас хорошая сковорода. Удобнее, конечно, двумя ручками, но я держу во вторую камеру, поэтому вот так оп, и вот так вот поджаривается мой блинчик со второй стороны. Еще хочу сказать, в рецепте опять-таки я указала добавить муки 150-170 грамм, я ее насыпала 160 грамм, то есть, чтобы ни нашим, ни вашим, как бы посредине. Но я же говорю, мне потом пришлось еще добавить
туда кефира. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию, на толщину блинов, которые у вас получаются. Если они получаются толще, чем вам хотелось, добавьте жидкости, то бишь кефира. Свой блин я выкладываю на тарелку, и кончики, которые слегка окажутся сухими, я смазываю маслом. Когда вы уже допечете последние блины, вы увидите, что те блины, которые внизу, эти кончики отходят, и они становятся абсолютно мягкими, они не будут вот такими вот твердыми. То есть, если у вас, даже вы испекли ваши блины, можете поставить вашу тарелочку на 15 минут в пакетик, и они вообще у вас отойдут. И будут просто мягусенькими, готовыми для заворачивания. Я буду здесь заворачивать филе лосося у меня здесь. Я его сама засаливала, рецепт вы видели, это сухая засолка, буквально надо хотя бы полчаса, час, чтобы она просолилась, но лучше оставить на ночь. Также у меня будут курица с грибами. Я чуть-чуть приварила куриное филе, нарезала грибочки, и куриное филе я приварила только для того, чтобы его было удобно порезать для обжарки. Я обжарила свое куриное филе вместе с грибами и туда натерла на мелкой терке сыр. Еще добавила к куриному филе, когда жарила, половинку луковицы. Вот я сыр уже перемешала с грибочками, с курицей и с луком. Добавлю сюда еще где-то 1,5 столовой ложки майонеза, для того, чтобы моя консистенция не распадалась, не рассыпалась. И зелень сюда добавлю. И уже покажу вам, я буду здесь формировать именно закрытую трубочку, для того, чтобы опять-таки у меня все не вываливалось. Вы видите, какие кончики мягусенькие, блинчик очень нежный, тонюсенький. Закрытая трубочка очень удобна, их можно наморозить как полуфабрикаты, можно сделать с фаршем, вот, и потом поджаривать вот такие вот очаровательные трубочки. Поджарить на маленьком огне, еще замороженное под крышкой, и будет очень вкусно и отлично. На самом деле все очень просто. Я думаю, что этот рецепт стоит попробовать. Он очень вкусный, очень легкий, делается все очень быстро и съедается так же самое быстро. Вот такие вот трубочки я наделала. Семгу я завернула просто, господи, лосось я завернула просто рулетиком и порезала, как ролики маленькие. И вот такую горку таких больших трубочек накрутила с курицей и с грибами. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Обязательно ставьте пальчики вверх. Сейчас будет еще второе видео со сладкими блинами. Обязательно посмотрите. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.